Американский рацион меню 17. Из чего он состоит, я сделаю в описании. Ну, как всегда, плотный мешок. Смотрим, получится у меня на этот раз открыть или нет. Еще пальцы скользят. В основном у меня присутствует еще дополнительный пакет. Мешочек для приготовления холодных напитков или горячих. Такой пакетик у нас напиток. Это у нас основное блюдо. Основное блюдо. Чувствуется такой плотненький кусочек. Я думаю, что просто кусок говядины. Сильный химический разогреватель. Я думаю, уже многие знают, для чего он используется и как. Знаменитая ложечка. Маффин. Довольно-таки приплюснутый. Это смесь орешков, скорее всего, и изюма. Крекеры, вакуумная упаковка, плавленый сырок, какой-то сироп написано, я такой еще не видел, не в курсе. Ну и пакетик аксессуаров. Состоит из конвертика со спичками. Как я уже ранее говорил, этот кусочек ножки пропитан воском. Соль йодированная. Пакетик влажной салфетки. Так, это у нас... Кофе растворимый, сухие сливки, сухие салфетки, которые можно как туалетную бумагу использовать. Пакетик с сахаром, чайная ложечка и две жевательные резинки. Начнем сначала с этой кучки. Маффин. Форма его не совсем похожа на маффин, но хотя очень мягкий. Вкусный, правда?
орешки. Я вижу здесь 1, 2, 3 сорта, нет, еще грецкий есть. 4 сорта орехов и изюм. Изюма, кстати, немного, хотя написано, что изюм сверху. Ну, на них я особо останавливаться не буду, я думаю, все знают, как выглядят орешки и как они на вкус. Мне интересен этот сырок, плавленый сыр. Довольно-таки нормально по консистенции. Вид у него какой-то больше похож на деревенское масло по цвету. Я предполагаю, что лучше все-таки использовать или пробовать с крекерами. На них я особо останавливаться не буду, думаю, все знают, как они на вкус. Вот две таких пластинки. Каждую пластинку можно разделить на две части, на четыре части в ней. Классно. Для чего этот сироп? Я так и не понял, что это такое вообще. Я думаю, что его лучше всего все-таки на отдельную тарелочку, наверное, сделать. Я не понял, как это, сладкий это или что. Да. Похоже чем-то на мед. Ну, такой какой-то с привкусом, как кленовый мед. Я его, наверное, холодной водой разведу. Его можно было, наверное, с крекером пробовать. Классно. Здорово. Ну и напиток я разведу. Это у нас какой-то стоит тип 3. Я не знаю, что это означает. Или чем они отличаются, типа 1 от типа 3. Посмотрим. Ну, у него немного. Без сахара, кстати, это без сахара напиток. Я предполагаю, что в тех больших пакетах, где написано тоже напиток, оранж напиток, или, допустим, апельсин, или что-то еще, что там именно сахар добавлен, большое количество. А основной вот этот вкус все-таки вот именно вот в таком количестве из таких пакетиков. Видимо, может быть, для тех, кто... У кого сахарный диабет. Я разведу его в теплой воде, скорее всего, в горячей даже. Потому что в холодной я уже разводил один. Мне интересно, как он будет в горячей воде. Хотя я думаю, что все-таки это он не для этого.
Потому что было написано на пакетике витамин С. А витамин С, как известно, при температуре больше 80 градусов разрушается. То есть, скорее всего, это холодный напиток. Но попробуем его в горячей версии. Как горячая концентрированная фанта без газов. Интересно. Ну и основное блюдо. Тут же видно такой какой-то кусочек. Кусочек чего-то. Ну, я предполагал так, что это такая вот говяжья котлетка. Еще есть немножко соуса какого-то. Его можно тоже немножко выковырять. Ну, вот такая вот котлетка. Ну, видно, что у нас фарш сделан, что-то не кусок. Что-то не кусок говядины, или свинины, вернее. А что-то все-таки фарш. Довольно-таки интересно на вкус. Хочу попробовать вот так, в холодном варианте. Классно. Сиропчик и вообще здорово. Я даже не буду разогревать. Ну, на этих мелочах я не буду останавливаться. Я думаю, вы сами знаете, из чего они состоят. Еще раз остановлюсь на жвачке. Жвачки есть в красной упаковке. Есть такой прозрачный. Прозрачная упаковка – это перечная мята, это мята, а в красной упаковке – перечная мята. Вот единственная разница. Ну все, пока. Ставьте лайки, будьте со мной, подписывайтесь. Палец хох или палец вниз, но лучше, конечно, хох. Вверх. Ставьте пальцы вверх или пальцы вниз, кому как лучше. Ну, как я говорю, подписывайтесь, ставьте лайки и всего хорошего, пока.